уже достаточно давно не снимаю видосы. Аудитории достаточно, рулеток и кейсов. И вот залив новый рекламный видос, я скучаю. Вслед за ним влог я залила, и я охуеваю. Как же так получилось, как же все это вышло? И по статистике просела моя новая... Дудяшка. Короче, это тоже рекламный видос, потому что они набирают много. Привет, подписчики! Я немножко в другой обстановке, вы могли заметить. Я чуть переехала, у меня много веселой жизни произошло. Я про них вам обязательно расскажу. Я пью видос без сахара, потому что... Чё? Я пью чай без сахара, потому что я не купила сахар в дом. Мне написали сайт SkinHub. Мне написали, говорят: Елизавета, вы такой мастер-король открытия ящиков. Давайте мы вам дадим бесплатный ящик. Он стоит $235. Ну, говорит, давайте мы вам дадим его бесплатно. Так что давайте для начала попробуем его открыть. Звука, видимо... А, есть, он какой-то странный. Ой-ой-ой-ой-ой. Ебать копать. Как громко это все происходит. Ладно, звук я отключу. Короче, я буду продолжать сидеть в наушниках, но я отключу звук. А он очень громкий. Battle Scar. Не, мне не нужно. Так, $95. Ебой, $95. Так, сколько еще? Давайте закинем... Я вебку начала смотреть. Давайте закинем немножко баблище сюда, чтобы можно было нормально пооткрывать кейсы и нормально все сделать. Так, пока я разбираюсь со своими платежками, я вам расскажу, что сайт принимает... скинами. Можно PayPal, можно K2PM, можно фрикассой. $5000 я не хочу. Я 75 бачей переведу и нормально. Добавлю еще немножко денег на свой счет. Окей. Окей, 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 окей. Ну, типа, я думаю, мы сейчас просто пооткрываем кейсы, верно? Верно. Что мы попробуем? Low-end, high-end, knives, covered knife. Crimson Web, Zimt. Ну, короче, давайте коверт попробуем открыть. Open case. Я люблю открывать кейсы. Я, между прочим, замечательный человек, который, вот, например, которому Neon Rider бесконечно выпадает. Я поняла вас, спасибо. Я продам, он мне не нужен. Так, 5 кейсов одновременно можно открыть. Ебой! Ну-ка, 30 бачей. Окей, давайте. Крутись! Господи, у меня... мне в 5 FPS все крутится. Я опять вебку начала смотреть, потому что я привыкла, что у меня... $4, $5, $1, $33, ебой! $6, нормально, нормально, вот это вот у меня отбило все. Classified. Classified, давайте тоже 5 штук открою. Йоу! Ну-ка. Что это вообще? А, звук, он очень громкий в моих ушах. АВП Redline. Я не знаю, как это у вас, но мне это очень громко. Но немножко, конечно, не получилось. Давайте попробуем еще раз открыть 5 штук. И это интересно. Типа, знаете, я трачу меньше времени на открытие кейсов. Это замечательно. Вот эта CD-шка должна дорого стоить. А нет, не очень. Ну, типа, тут нам повезло меньше. Ладно, все продадим. Сколько у меня есть денег? Давайте открывать кейсы. Так. Covered Knife. О, вот эта тема. Давайте откроем 3 сразу таких. 27 бачей. Нормас. Нормально. Ща. Фальшон, нож. Ебать. Окей. Окей, 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 окей. High-end knives. $90. Давай. Тут я, типа, я разгонюсь. Я постоянно смотрю не туда. Окей, это отстойный нож. Мне не нравится. Не нравится. Так, стоп, мой инвентарь, где у меня тут? Вот этот тоже продам. Отлично, у меня снова есть $100. Я снова могу открыть high-end knives. Open case. Давай, братан. God knife lore, посмотрите на него, как он сексуально выглядит. Ну, конечно, фальшон, блюстил. 43. Так, давайте посмотрим. Я заметила тут функцию интересную. Их можно поменять. Типа, за такую же стоимость. Типа, 6 потенциальных фальшон. Knife, God Knife, Crimson Web, God Knife, Crimson Damascus Steel, Bowie Knife, Scorched. Neon Revolution.
О, давайте. Ну, в принципе, типа, если я сейчас все продам, у меня останется 75 бачей, это я могу попробовать открыть еще нож. Давай. Got knife floor. Ай, звук, нет, я отключила. Butterfly knife fate. Йоу, он стоит дороже. Я в себя верила всегда, в свои, короче, штуки. Я это заберу. Да. Вот вам и low-end knife. Короче. Вот вам и разжилась скинами. Продам нож, схожу куплю сахар. Потому что сахара нет у меня. 25 бачей еще осталось. Ну-ка, скинхаб, что ты еще мне можешь предложить? Какие-то тематические вепаны. Не, вепаны не хочу. Хайроллер, нет. Это супер хайроллер какой-то. 25 долларов. Чем я могу на 25 долларов наоткрывать? Ну ладно, коверт найф. Давайте еще... Сколько тут? 3, 2. Два еще откроем, типа. Давай. Выпадай мне. Замечательная штука. Фальшивый найф Crimson Web. Так. Так, так, так. С чем я могу свапнуть? Это очень интересная фича, типа, если мне, например, не нравится, я могу на что-нибудь свапнуть. Neon Revolution у них вроде сейчас нету. На Falchion Knife я могу только на Falchion Knife свапнуть. Ну ладно, шо мы с вами будем? Сел. Попробую еще раз открыть этот low-end Nivis. Давай. Еще один нож за 200 бачей. Come on. Bowie Boreal Force. Но он не 50, он, по-моему, чуть как-то... Да. Если я его сейчас продам... Нормально. Нормально. А, стоп, можно еще открыть. Covert Knife. Я понимаю, вам очень нравится смотреть за тем, как я все это делаю, но... Типа... Ау, ладно, все. Я поняла. Никто мне там ничего не хочет. У меня села камера, нет! Короче, камера села. Расскажу вам сразу про рефералочку. Вот так вот, пожалуйста, по моему кодику. Лиска, пожалуйста, реферитесь, переходите, делайте вещи. Как вы видели, сайт достаточно доброжелательный. Помимо того, что они мне дали 235 халявных рублей, долларов, прошу прощения, 235 халявных долларов, так сказать, я открыла, плюс добавила свои 75. Это типа 3 сотки. Я победила чуть ли не в 2 раза больше. Вот. Так что переходите. В описании ссылка есть. Пользуйтесь моим кодиком. Напомню, кодик у меня... Ща, как открою. Лиска. Мой никнейм. Переходите, открывайте. И спасибо, пока.